Добрый день, дорогие друзья! Настало время обеда, и тема этого видео будет «Наилучший обед для детей, а также взрослых, занимающихся фитнесом или спортом». И перед тем, как поесть твердую пищу, за полчаса до этого попейте травный чай в обед, это будет хорошим началом, а затем на нашем столе, и посмотрите заранее, это овощи в основном, и завтрак это будет фруктовым, обед это будет овощным, и у нас здесь отварная фасоль, примерно 2 столовые ложки, одно яйцо отварное, тыква, кусочек отварная, картофелина отварная, сырой огурец, свекла красная отварная, половина острого стручкового перца. Здесь у нас черемша или дикий чеснок. И снова один орех. Все это, а также у нас петрушка и укроп. И все это мы вновь помещаем в блендер. Так. Вот таким образом. Конечно же, фасоль долго отваривается, это мы должны понимать. И сейчас мы будем всю эту смесь взбивать. И затем мы должны добавить, я добавляю ледниковой воды, а вы можете добавить немного дистиллированной воды. И вновь немного обрабатываем. И вот теперь вся эта масса обеденная наша готова, и мы берем краснота свеклы преобладает в этой консистенции, но это очень полезный обед, и в зависимости от веса человеческого тела вы можете поесть 300 грамм для детей, а для взрослых это будет 0,5 килограмма, 500 миллиграммов. Приятного аппетита, желаю вам Божьей милости, благодати, до свидания.